разные в том числе, да, плюс-мин, но она не должна быть неадекватной, потому что эта дочка очень умной женщины, как бы, я уже думаю, она не могла вырасти какой-то такой там неправдивый в этом плане, поэтому... Ну, говорят, вот это не передается. Не знаю. Я постараюсь. Ну нет, у вас воспитание же, оно все-таки как-то... Ну, просто у меня родители тоже преподаватели, видишь. А ты вырос, нет, да, вот, ну. Кто и получился, я не понимаю. Давайте по руке. Сейчас, вот ты был первым, чувак. Да, у меня два вопроса. Представься, чувак. Меня зовут Дима. У меня первый вопрос. Я случайно в пятницу на тебе горлом не делал? У меня была девушка, вот здесь вот вроде. Окей. Горлом это, если что, это упражнение. Мало ли. Нет, ну кто его знает, что он имеет в виду? Не горловой. Она не посвящена в терминологию. Вы объясняйте человеку. Даже просто, если бы ты, она сказала, да, ты делал. Она что, знаешь, это горлом называется? Она бы сказала, нет, просто ты подошел, нес всякую фигню. Хорошо. Горлом. Ты делал горлом и вот начального уровня. Второй вопрос такой. К девушкам периодически подхожу, они не называют причину, если у них спросишь, что не так. Когда телефон не дают? Ну, например, телефон не дают, или говорить не хочет, или, не знаю, отойти в сторону. Да, я поняла вопрос. Основная причина, когда мы говорим нет кому-то, говорим, ну, извини, там, да, это внешность. Ну, то есть мы обращаем внимание на внешность. Вот первая, Лиза, если будешь говорить чуть громче, будет вообще супер. Первая причина, на что мы обращаем внимание, это внешность. То есть нам человек должен понравиться просто тупо, не знаю, не то, что не черты лица, а вот общая картина. Хорошо, когда он тебе понравился, то нет никакого вообще сопротивления, же, да, конечно, да, у тебя. Здорово. Прежде чем ты продолжишь смотреть это видео, у меня для тебя такая информация. С 14 по 17 февраля у нас в Москве очередной поток тренинга «Практика», где лично я вместе с моими двумя лучшими тренерами буду вместе с тобой делать все эти практические задания, упражнения. Лично я проведу тебя за руку от той точки, где ты сейчас находишься, к той точке, где ты хочешь оказаться. 14 по 17 февраля, в честь Дня всех влюбленных, ссылка для записи под видео. Возьмем только 20 человек, уже половина мест занята. Успевай, оставляй заявку, проходи собеседование и увидимся с тобой в Москве. Все, пока. Ну, хорошо, смотри, просто ты можешь быть немножко такой, ну, уникальный, потому что есть девки, которые... настолько зажаты вот этими своими какими-то, а есть просто нормальные, адекватные люди. В принципе, да. Она если второй вариант. Если человек нравится, то скорее да, всего, да. Тогда давай так, если, ну, как бы не про себя, то в основном, как ты знаешь, обычно у женщин, либо про своих подруженцев, то есть они же там иногда говорят, там, вот я решила повыпендриваться, ну, проверить на настойчивость честно, или как. Если честно, то основная часть, скорее всего, скажет нет. Ну, что нет, скорее всего, скажет. Даже если кто-то понравится, но это немного... То есть я правильно понимаю, даже если парень внешне понравился, основная часть девушек, она все равно будет где-то тут в моменте говорить. Почему они так делают? Сопротивление внутреннее и какие-то дурацкие стереотипы, что когда к тебе подходит на улице, кто-то знакомится, ты такой типа, ну, чувак не очень, не знаю почему, какой-то есть такой стереотип дурацкий. Но на самом деле, вот я лично от него стала отходить, и реально есть крутые парни, которые подходят на улице к тебе знакомиться. Вот. А почему тебе, ну, как бы, это стереотип, это что, для чего они сопротивляются, для чего они выпендриваются? Скорее всего, это внутреннее стеснение какое-то. То есть она может сама быть даже закомплексована? Да, это, скорее всего, комплекс и внутреннее стеснение, плюс какие-то стереотипы. Плюс, а если она такая вся расфуфыренная, такая, если все равно могут быть комплекс? Если расфуфыренная, скорее всего, она скажет да, потому что она расфуфыренная, открытая, типа, такая вся. Ну, короче, это не значит, что сегодня никто не должен будет с полей притащить сюда, ну, еще одну живую человеческую женщину. Ну, потому что я сама лично, когда ко мне кто-то знакомится, я каким-то говорю нет, потому что мне тупо не нравится, а каким-то я говорю да, и по сей день я с ним общаюсь. У тебя был такой, когда парень тебе нравился, а ты говоришь там, ну, я спешу, то есть не прям нет, на самом деле я опаздываю, мне сейчас некогда и так далее. У твоих подруг такое бывает? Да, такое бывает. Почему они так говорят? Либо у них уже есть парни, либо у них уже кто-то на примете, либо просто реально спешит и реально не дает. А может быть, они такое говорят просто, чтобы проверить, насколько человек настойчив? Может быть, а может быть такое, что если он проявит настойчивость, типа, и все-таки там бла-бла-бла настаивает, то она подумает, блин, а что-то он какой-то настойчивый, и типа, дай-ка я оставлю на вообще, телефон. Да, нам нравится настойчивость, когда ты говоришь нет, он все равно нет, нет, давай, там, идет за тобой, ты мне очень понравился. А сколько тебе лет, напомни, нет? 25.
Ты как я думал, лет 20-18, что-то я забыл, что 25. Давайте дальше. Она ответила на твой вопрос? Да. Поведение какое-то, когда тебе подходит знакомиться, ну, то есть внешность понятно, это одна часть, это там, я Дима Маликов, кто-то там, а именно поведение какое-то. Когда на улице ко мне подходит? Да, ну на улице. Какое мне нравится? Да. Ну, вот ты сейчас сказала, крутые парни, как он в твоем представлении выглядит? Ну, то есть в чем, да, то есть внешность понятна, да, это там лицом имею в виду, а, например... Ну, представление, крутой парень, это не обязательно круто одет или какая-то внешность. Он, у него внутреннее какое-то ощущение, стержень, он прям мужчина, то есть от него прям веет мужчиной, и он прям... А как это можно объяснить словами, по каким критериям ты это понимаешь, веет или не веет? Это... Вот от него не очень веет, это да? Это не значит, что он какой-то, ну, там, не мужественный, да? То есть... Опять и вот там сидит Денис, его. Например, вот, вот я имею в виду, что кто-то из них, вот они, допустим, выглядят как-то так, как быдланы, а кто-то так, типа, ну там, причесочка, ну, интеллигенция. Да. То есть это связано с этим или нет, или как? Мужчина это обязательно вот этот лысый человек? Я думаю, что это связано с... Не обязательно лысый. Каким-то внутренним ощущением, плюс уверенность в себе, осанка, ну, какой-то вот, как ты держишь себя, как ты держишь себя в обществе, как ты общаешься, как ты подходишь, ну, то есть это внутреннее уважение к себе. Вот это, оно придается. Как пойти уважение к себе? То есть он не будет говорить, ну, я уже заслужил, или как ты там сказал? Давай мне телефон, я уже вот это, ну, ты об этом, да, что когда он говорит, ну, я уже заслужил телефон, ты об этом говоришь? Нет. То есть вот так нельзя делать, нет, да? Это... Я не знаю, как это объяснить, или это просто внутреннее какое-то ощущение, там, это в речи выражается, это в жестах выражается, когда человек себя начинает располагать. А когда ты подходишь, типа, такой, ну, типа, гопник, девчонка, давай познакомимся, как я всегда делаю. Это вообще не очень. А так делают, да, сразу? Это 100% нет. А если он подходит вот так, наоборот, короче? Ну, такой, короче, весь прям вот, знаешь... Нет. Я не сильно помешал, что я дышу это рядом с вами здесь. Можно я посуществую пока не нравится? То есть гопник не нравится, да? Гопник в плане, когда общение такое, типа, нет. Всем ты пощелкаем. А? Всем ты пощелкаем. Ну да, там пивко. Ну ты понимаешь, если бы она пришла сюда с бутылкой Жигулевского и в Адике, то, наверное, бы сказала, да вот такие парни самые четкие, да? То есть мне сложно представить, какая Лиза, да, потому что я ее очень как бы нехорошо знаю, не сильно. Ну, допустим, для меня внешне она представительница такой, ну, среднестатистической, я имею в виду, ни в какую сторону не перекошена, ни в сторону какой-то субкультуры, да, там каких-то рэперов, не знаю, рокеров, кого-то еще такая вот, ну, как сказать, средняя субкультурная девушка, то есть она вот без каких-то перекосов. Хотя, не знаю, может, это ты там ходишь на какой-нибудь рок-концерт. Ну, есть перекосы. Когда на ты тебе обращаются? Какие перекосы? Хип-хоп. Когда на ты к тебе обращаются сразу? В принципе, это нормально. Ты на вы вообще не имеет разницы. Вообще. Ну, когда на вы, это больше как-то уважение к тебе. То есть ты хочешь сказать, что если подойдет классный парень, скажет, ты такая офигительная. Ты скажешь нет? Нет, нормально. Ты и вы. Главное, чтобы не говорили «э». Ну да. Давайте вопрос, сейчас затихли-то все. Ё-моё. Мистер Сочи, неужели у тебя нет вопросов? Давай поужинаем. Сейчас, там Денис что-то спрашивает. Денис, да. В чем разница в твоем понимании между настойчивостью и навязчивостью? Еще раз спроси. Вопрос от Дениса, или там откуда Денис? Из Москвы, да? Денис из Москвы отвечает команда. И счетчик такой. Команда знатоков. Включайте на время. Настойчивость, скорее всего, обоснована именно симпатией к девушке. Ну, то есть ты настолько там, не уверен. Нет, как ты себе видишь, как ты определяешь, вот он либо слишком навязчивый, либо он настойчивый, и это все круто. Не у него внутри чего, вот подходит чувак, или звонит тебе там, например, или не звонит. То есть в какой момент ты понимаешь, что вот тут он настойчивый, и это норм, это хорошо, это плюсик, а тут он просто навязчивый. Настойчивый должен быть в меру. Ну, то есть там, его действия настойчивые, они в меру, а навязчивые их уже сверх. А где мера та самая? Вот Денис спрашивает, где та самая грань? Она очень тонкая, скорее всего. Но навязчивая это вот, когда он прям, ты говоришь нет, или я там сегодня не могу, а он все равно,
Ну, короче, он прям... Смотри, если он говорит, ну давай, а когда, да, там и так далее. Ну да, он и пишет, и звонит, и ты, он же тебе уже реально разнравился из-за того, что он реально навязчивый. Ну вот вообще, у тебя никакого интереса уже к нему. А как, почему он разонравился? Потому, может быть, потому что ты думаешь, что раз он так обзвонился мне, значит, я тут единственная кандидатура в его жизни, а в принципе мужчина, у которого, как бы, ну, женщина, значит, у него не так, как с женщинами, да? Плюс у него больше дел нет никаких, то есть он какой-то лузер, потому что у него голодный. Весь день занят только этим, и нуждаемость какая-то, да? На самом деле есть такое, да, то есть он настолько себя не уважает, и у него, может быть, нет каких-то других дел, и он тоже не уважает себя. Ты говоришь, ему нет, а он все равно пытается твое время... А правильно я понимаю, что если немножко пропасть, то ты такая скажешь, тык-тык-тык? Да, да, вообще вот, вообще сразу. Это хорошо, это на стадии это после знакомства, да, вызвано там и так далее. А я так понимаю, что Денис спрашивает все-таки по большей части про знакомство. То есть, когда ты правильно понимаешь, когда Денис, ну, допустим, человек любой подходит на улице, начинает знакомиться, и он переживает, что, когда мы ему говорим, будь настойчив, что это как бы будет выглядеть скорее как навязчивость. Ну да, это очень сложно, на самом деле. А можно свое предположение по этому вопросу, что... Может быть такое, что настойчивость – это тебе как бы помощь принять решение, то есть обработка твоих, ну, развеять твои сомнения, он как бы помогает. Это настойчивость. А навязчивость, когда он одно повторяет, это тоже. Ну, это качество говорения ты имеешь в виду, да? Что транслирует? Что может ли настойчивость от назойливости отличаться тем, как он именно вот говорит? То есть, ну пожалуйста. Может быть, ну, да. Я думаю, что вот в этом... Слушай, не, погоди, давай так. То есть я еще раз спрошу, что это такое. Поэтому учи открывашки. Я предлагаю, как-то по-разному. Может тогда, да? Ты говоришь, я могу сегодня, ты говоришь, окей, у нас есть другие дни, давай в среду. Я тебя тогда в среду наберу, и мы увидимся. Это может быть настойчивость? Да, настойчивость. А навязчивость, может быть, что? Слушай, ну почему не можешь в среду? Ну, блин, ну давай в среду. Ну мы ненадолго там. Вот, да. Блин, а завтра тебе во сколько позвонить? Вот это навязчивость. Ну, понятно. Расскажи, почему. Слушай, иногда девушки Дениса, они сами не могут объяснить. Она же не понимает вот этого процесса. То есть, как бы, почему человек вот сейчас настойчивый, а сейчас тупо навязчивый. Они не знают, ну, не понимают, почему. Просто он для себя решил, он какой-то навязчивый. У них интуиция сильнее развита намного. Он какой-то настойчивый, например, да? Ну, как тебе не быть навязчивым, чувак? То есть общение с позицией сверху, да, там, как бы, ну, мы тебе тут все три дня рассказываем, как тебе быть настойчивым и ненавязчивым. Ты этот вопрос задал неспроста. То есть внутри тебя, наверное, есть какое-то ощущение, что когда я говорю, и все-таки там, подожди, я хочу пообщаться, там, притормози, как мы вчера на эскалаторе ее ловили, да? То есть это настойчивость или навязчивость? Да. Что да, я тебя спрашиваю. Я думаю, что... Да. Борщ или котлеты, хорошие, да. Снеги. Нет, как ты думаешь, Денис, ты вот вчера, вот когда мы шли за ней по эскалатору, мне ты как проявлялся, что... как навязчивость или как настойчивость? Мне показалось, что как навязчивость. А если бы она дала тебе телефон и сказала, да, конечно, звони. Просто вопрос. Может быть, что это показалось бы тебе, как что, нифига себе, какой я настойчивый, или нет? Да, могу. Не кажется, что есть какой-то, ну, странный какой-то момент, да? Что когда у тебя не закончилось ничем, ты для себя чувствуешь, что это было, ну, я был слишком навязчив, да? Да. Когда закончилось, ты понимаешь, блин, круто, я был настойчив, короче. Но просто пойми, что если бы ты не был, ну, или настойчив, или навязчив, неважно, как это назвать, не был вот таким и все-таки, ты бы вообще точно на 100% никогда не получил результат, то есть, ну, никто бы из них, например, номер не дал. Может быть такое? Да. То есть это вопрос твоего самоощущения, чувак. Если ты внутренне считаешь себя там навязчивым, скорее всего, это вопрос твоего отношения к себе, да, что типа, вот кто я такой, задолбал. Перестань там внутренне относиться к этому как к навязчивости и все. Относись как к настойчивости. Да, я такой, блядь, я настойчивый. Не нравится, идите в жопу. Зато это повысит шансы того, что они будут тебе давать эти телефоны, там, вызваниваться, приходить на свидание и так далее. То есть я просто понимаю, о чем ты спрашиваешь, чувак. Тебе надо просто получить опыт того, что ты чуть где-то поднастоял, тебе дали телефон, блин. Ты такой, о, классно. Володя, как ты думаешь, дагестанцы считают себя навязчивыми? Да, девочка, это вопрос их реально восприятия себя. То есть тут вопрос отношения к себе, понимаешь? Да. Да. Спрашивайте Лизу. А
Лиза, а пропадание может как плюс, так и минус идти, да? Или как? Про что? Ну, пропадание, допустим. Ну, пропал там на какое время? На несколько дней или на неделю. Ушел за хлебом. То есть, наоборот, это как-то... Ушел за хлебом, не вернулся. То есть, имеется в виду, не пропадай там на две недели, что она остыть может. Да, да, да. Эмоциональная связь пропадает, и потом ее сложно восстановить. Вот. На каком этапе? Смотря на каком этапе у вас отношения... Если у вас еще не было секса. Да, домой привел, оставил ее, усибался, короче. Закрылся с той стороны. Я видел фильм какой-то такой. Чувак просто с девушкой познакомился. Вообще закрыл, она мне там жила, ну там решетки везде, короче. Вот она. А Ред такой заброшенный, короче. Не помню, как фильм назывался, он прикольный фильм. Высший. Просто как рабыню себе сделал. Я не очень понимаю этого вопроса. То есть ты имеешь в виду, чье попадание? Мое? Мое. Его, мое. Смотри, он тебе звонил. Допустим, мы встретились раз, все прошло очень хорошо. Потом я тебе звоню, говорю, давай завтра там или послезавтра. Ты ему где-то там не ответил, или ты не можешь. Да. Он думает, блин, если я сейчас буду настаивать, я могу быть навязчивым. Поэтому я выберу пропасть. Он пропал. Ты такая думаешь, ну пропал, классно, у меня появился к нему интерес. Че это он пропал? И он спрашивает, в какой момент это появление интереса, что это он пропал, перерастает в то, что типа, ну его нахер он пропал, блядь. Ну, да. Ты понимаешь вопрос? В какой момент он имеет в виду? То есть от чего? От темперамента девочки зависит. У всех по-разному, либо есть. Сейчас, я сам вот так пытаюсь, как сказать, себя коротко. У тебя потом будет статистика по этому поводу. Там реально будет статистика, но я так тебе скажу, по опыту где-то там пару дней лучше вот подождать, но не дольше. Ну, там. То есть, смотри, он еще неделя нормально. Через 2 недели звонить, гарантия вызвана. Он пропал, Надя. Неделя, короче, чувак, неделя. Начинаешь сама интересоваться, а что это он? И он спрашивает, может ли такое быть, что вот этот интерес твой повысившийся с тем, что пропал, он может наоборот перерасти в то, что ты такая думаешь, да пропал, значит, ему не надо ничего. Ну, с плюса на минус, там, бывает, резко. Вот, в какой момент вот это может произойти? Почему? Сколько времени нужно пропадать, он спрашивает? Я думаю, что 2 дня, это вот максимум. Когда уже 3-й день, лайфхак. Это уже всё. Прикинь, такая, короче, без 5-12, без 4-х, такая еще в надежде сидит. Что же он звонит? Эй, блин, значит, только 12-01, такая. Чувак, пропадай, но ненадолго, да. Еще плюс тут важный момент, насколько ты сильно ее заинтересовал в тот момент. И зависит еще или от того, да, насколько чувак был классный. То есть бывает, что познакомился, ты думаешь, ну так, вроде неплохой. Либо такой чувак, ты думаешь, тогда можно 3 дня хотя бы не пропасть? Тогда можно вообще месяц. Это опять же говорит о том, как вы девушку заинтересуете, чувак. Что реально дела улетел, а писать или звонить просто так, без предложения встречи, ну, думаешь, ну... Зачем? Знаешь, почему? Напиши, как дела там, жива. Пришли фотку. Причем, если это просто я о тебе помню. Я когда о человеке помню и не знаю, чего писать, и не хочу дергать, я пишу ему рожицу какую-нибудь, смайлик. Или я пишу фотку там, типа, ну, там, аэропорт, красивый снег. Вот, ты ничего не предлагаешь, и ты как бы делишься, что я о тебе помню. Потому что я тебе прислал ту фотку. И как бы вот фотка, смотри, блядь, и ненавязчивый, и ничего. Чего ты там все боишься-то быть навязчивым, чувак? Или пропасть куда-то боишься? Ты вчера пропал, ему девушка предложила приехать к нему домой, он говорит... Не, к ней домой. К ней домой. Он, короче, не поехал, лег спать. В смысле? Тебя спрашивают? Я ее к себе говорю. Она говорит, я приличная. Поэтому пригласила тебя к себе домой, да? Я сказал, что я тоже. Поэтому не поехал. Оба приличные, оба остались дома. Понятно. Приличные. Вот часто тебе подходят на улице знакомиться? Ну вот в день сколько раз? Ты где-то в центре часто бываешь? Ну я вот здесь работаю, в центре. А ты бы хотела, чтобы чаще знакомились? Нет, смотри, часто ли бывает такое, что ты чувствуешь, что парень не смотрит на тебя, допустим, хочет познакомиться, но потом ничего не делает? Например, в вагоне метро сидит, улыбается или просто косится, и ты думаешь, блин, какой клевый, да? А он ничего не делает. Какие у тебя мысли в этот момент? Лох. У меня мысли, лох? Типа, блин, подошел. Или со мной что-то не так? То есть у тебя же уверенность, что все в порядке, нет, да? И, скорее всего, с ним что-то не всего, так, да? Он просто либо стесняется, либо, ну, вот какие-то... А тебе не нужен мужчина, который стесняется же, по идее? А ты потом к нему подходишь и говоришь... Потом подходишь и говоришь, ну ты лошара. Такое бывает. Надо говорить почаще вам. Володя, можно я задам вопрос? Если, допустим, ты видишь в метро, он сидит там уже полчаса, короче, стесняется, а потом подходит все равно.
Ну, он реально сидел там, блядь, три станции тупил, и потом все равно подходит, какие шансы у него? Есть шансы, то, что конечно, он так долго... Есть. Ну, самое есть, главное, что подошел, да? Да, и в итоге... То есть, главное, что он подошел, главное, то есть то, что, что он все равно... Что он молодой, это не важно. Угу. Все, спасибо. Кстати, парни, это очень хорошая фишка, если вы вдруг, ну, произошел такой момент, что реально затупили... А, у меня есть вы вопрос. Потом подходите и, ну, прям говорите, слушай, вот смотрю на тебя, ну, что-то даже... Затупил, это... да, затупил, ничего не да. Страшного. Но затупил, все-таки затупил. Решил, это будет только плюсом. Поэтому... Так, еще сейчас, вопрос, еще вопрос, вот если он вопрос заволновался, да, там у него есть дальше шансы или нет? То есть он сидел, сидел, подошел, ну, потом вроде как бы и вы разговорились, ты там ему помогла сама, то есть есть шансы? То есть, ну, то, что он как бы трус и волнуется. Допускаешь, что мужчина может волноваться, то есть, конечно, это не 100%, он должен быть готов, брутален и как киноактер. То есть у него есть шанс на то, что он может поволноваться и, ну, ты дашь ему... Смотри, Лиза, такой вопрос, дашь пока не забыл. У некоторых, ты пишешь, как у них нас ну, у меня так же, просто у всех так же, мы нет, просто пусть... Конечно, Тамира, наверное, такие вещи про меня рассказывает. Нет. Короче, смотри, у всех у нас насрано в голове, так получилось. Эти вещи женщинам искренне непонятны, как можно там бояться, подойти или что-то еще. Ну, так вот, да, просто кто-то смог это увидеть, преодолеть, получить опыт того, что это все как бы мои тараканы. У них, у многих есть такой косяк, они видят девушку, говорят, вот смотри, какая классная. Познакомимся. Они говорят следующее. Так она уже спалила нас. Она уже увидела. В смысле, она уже... А я хочу сам понять, в каком смысле спалила. Она уже увидела, что мы на нее смотрим. И то есть, если ты уже увидела, что мы на нее смотрим, значит, никогда в жизни к тебе нельзя подходить знакомиться. Привет. Понимаешь? У кого-то вот, были такие так, мысли? Вот, она уже об этом говорили, что хорошо. Она увидела твое волнение, что у кого ты кого-то такие мысли, начал? Ребят? Серьезно, вот что-то вот, прям какие-то... Да что-то мало, мне этот вопрос задавали человек 10, наверное. Так она уже палит, она уже видит, что мы тут хотим к ней подойти. Да. Проблемы развернуться и за ней пойти. Вот это. Потому что она уже увидела, что ты прошел мимо, да. Идем в разные положения, как это... Слишком бред. Какой бред в башке? Не посмотреть на девушку, подойти к ней потом. В смысле? Ну нет, там другой, смотри, он посмотрел, то есть, ты увидел, что он посмотрел. Не, ну иногда посмотришь на задницу, уже можно подходить, даже не видя лица. Ну, то есть, он посмотрел, ты увидел, что он посмотрел. Правда, потом приходится уходить. Он даже не подошел сразу, он такой что-то замешкался, он думает, вот, она же уже увидела, что я не смотрю. Я даже сам не могу тебе передать, что это за тупняк. Ну, у 99 из них процентов эта штука есть, они сейчас просто скромничают. Женщина пришла, руки сразу перестали подниматься, что такое, блядь? А, кстати, тогда все потому, что внезапно стали... Маленькие. Дайте слово Маликову. Сейчас, подожди, Маликов, ты уже спрашиваешь. Я не спрашиваю. Нет, нет, Серега, Серега. То, что, типа, если ты видела, как знакомились. Типа, перед тобой или... Смотри, перед тобой, ты видел, как чувак до того, как подойти к тебе, знакомился с какими-то девками. Однозначно это знакомство, это не его. Потом он подходит к тебе, давай познакомимся. Нет. А почему такой? А это ваш женский таракан, короче. Почему? Ну, ты типа не уникальная, там... Да, видишь, они же все хотят быть уникальными. Да, уникальная. А если до этого там 400 женщин... Ты сама говорила, что до этого было, это не важно. А вот так вот, чувак. Давай. Конечно, понимаешь, она же хочет быть самой-самой нормальной девочкиной штукой. Давай громче, мужик. Идешь по своим делам, ни о чем не думаешь. Падает снег, ну в смысле, падает какой-то мальчик, подходит, и это самое, как бы, что нужно сделать ему, чтобы ты бросила все свои дела и пошла с ним в кафе, там, или не знаю, куда, либо, то есть, как бы, вот, что он, что такого, вот. Ему нужно как просто быть охуенным, извинились, я не мог сказать по-другому охуенным. Не знаю, как или он нет повлиять. Чтобы можно было свои дела все бросить и как бы пойти на свидание. Да, тут же с ним в кафе там или куда. Ты, наверное, хотел спросить, каким он должен быть? Нет. Или что сделать? Нет. Что то есть а сейчас бомж, короче, обоссанный, вонючий, такой туберкулезный, подойдет, но сделает что-то, что скажет Лиза, то она такая скажет, о, бомж, я твоя встреча. Поэтому я и уточняю, Серега, точно такой вопрос? Ну, у меня так. Так, то есть ты считаешь, что как бы человек может, ну как сказать, он может там все что угодно творить, там быть каким угодно, но он должен что-то сделать, и это какая-то волшебная штука, которая произойдет. То есть те вещи, которые мы говорили, что вы как личности в целом должны прокачивать себя, они как бы прошли мимо, да, или что? Что нужно сделать-то? Ну, нет, есть такая возможность вообще, чтобы как бы отвлечься от своих дел там?
Нет? Наверное, есть, но это, наверное, один на миллион просто. Ну, потому что это много нужно показателей, факторов совпадения. Да и зачем тебе вообще, чтобы кто-то отвлекался, да, такой, почему вы не вечером? Разные, да? Например, ты идешь куда-то действительно опаздываешь там в банк или на работу. Нет, на поезд, либо ты идешь вчера просто гуляешь по магазинам, выйти, магазинам, когда она гуляет, мужчина, там, да. Он а не когда она идет в банк. Сейчас, вот она, Серег, ты не слушаешь меня, он-то другой вопрос задает. Отвлечься от своих дел. Разные ситуации, да, зависит. То есть вот я в торговом центре хожу, там что-то делаю. Что-то покупает платьички. Вот. Типа, если мне понравился человек, там у меня есть пару, не знаю. В общем, от ситуации зависит, я помню. Да. И от человека тоже, да? И от человека. А в человеке что должно быть, чтобы ты сказала, о, погнали, с ней полюбуй? Симпатия должна быть. То есть он просто должен ей понравиться. Просто тупо должен понравиться, да. Но вот это понравится, оно складывается из всей вот этой херни, которой мы занимаемся уже четвертый день. Она просто это не видит, она. Да, она для нее это просто понравился, нет. Но мы можем здесь управлять, мы можем настраивать и регулировать каждого чувака, чтобы вот эту вот конверсию в понравился мы повышали, понимаешь? Странно вообще, что ты этот вопрос задал, мы тут как раз с этим работаем 4 дня, ты его задаешь, я нас вообще... Я в смысле, кто это ситуация, люди, или там какой-то именно этот инструмент, или что? Так инструмент, мы тут и верим. Да нет, ваш волшебного инструмента, еще раз, те, кто до сих пор думает, что есть какая-то фишечка, или волшебный инструмент, это неправда, нет такого, Лиза. Нет. Это в целом личность, да, я правильно понимаю? Да. И это не отдельно голос, да, это не отдельно взгляд. Это просто какой-то вот, ну, набор чего-то, да, вот внутренних и внешних каких-то вещей, правильно же? Да, абсолютно. Даже, может быть, он подойдет обычный какой-то, не особо в твоем вкусе, какой-то там, ну, не так, как ты любишь, да? Но он начинает какие-то клевые вещи говорить, как-то там шутить, ну, как-то тебя себя проявлять, да, и думаешь, блин, интересно. Ну, типа, блин, прикольно. Такое же бывает. Да. Было же такое у тебя или у твоих подруг, когда... У них образ мужчины, которого бы они хотели видеть рядом с собой, вот такой, а по факту оказалось, что она там вышла замуж или встречается со совсем другим чуваком, и думает, вот как это происходит. Вышло, так и происходит, чуваки. Дальше. У нас сегодня только Дмитрий Маликов задает вопрос. Да. Представь ситуацию, что ты идешь с подругой, и к вам двоим подходит один парень. Он, например, знакомится с вами двумя, потом берет номер у твоей подруги, а не у тебя. Ты чувствуешь ли какую-то обиду к парню, или ему лучше было взять в обоих номер, а потом написать позвонить? Вселенная дружественная. То есть, которая понравилась. Нет, обиду не будет точно. То есть, лучше взять у одной телефон. Я там попросил, да. Кто себе понравился, тем ты... Просто он рассказывает... Ну, случай, когда, допустим, он подходит знакомиться, а вторая подруга сразу тащит эту и говорит, мы не знакомимся, да, есть такая фигня, знаешь, как неприятно. Есть, то есть, допустим, здесь подружка, да, подходит парень, знакомится, подружка начинает либо тебя уводить, иногда до абсурда, что вот так вот отталкивать очень чувака, часто, да. И говорит, мы не хотим, почему они так делают? Это... У тебя такие же подружки, ненормальные? К кому он подходил? К обоим? К обоим. Ну вот мы идем к обоим. В центр вместе подходит, потом хочет с тобой познакомиться. Нет, смотри. Он подходит, это... вас-то по факту двое, но, например, смотри, идешь ты, у тебя есть подружка, допустим, она некрасивая, ну или там, неважно. Он хочет познакомиться с тобой, я твоя подружка, говорю, пойдем, Лиза, отстаньте от нас, мы торопимся. Вот такое бывает очень часто. Почему, ну, так это происходит, значит, да? Подружка закомплексованная и, ну, какая-то, да, нет. Какая-то... На самом деле, это вообще нифига не женская дружба, да, ей просто завидно, что подошли к тебе, ну, не либо, ко мне, да? Да, типа... либо какие-то внутренние у нее... Зависть, там, хорошо, и... а парню-то что с этим делать? Вот у него в чем вопрос. Не пристрелить же эту тварь. Или знаешь, что ты скажешь, слушай, давай пристрелим ее. Она нам не нужна. Вы чуть-чуть настойчивее и конкретно вот к этой девочке. Хорошо, он общается с этой девочкой, вот с тобой, да? Я говорю, нет, Лиза, пойдем. Мы не знакомы. Отстаньте от меня, от нас. Ну, она хочет, чтобы от нее как бы... Что делать-то ему? Как ему вот тут вот и не перегнуть палку, и прыгать на стойчик и украсть, ну, как бы от нее, от этого динозавра, тебя, чтобы только... То есть, пока а это часто бывает, прикинь? Разговариваешь нормально, кто-то на одно внимание акцентируешь, хочешь ее в сторону на 2 минуты отвести, все, начинается у них тренер даже. Ну, надо что-то такое клевое сказать, видимо. Надо спрейка, вот там нужна фишечка какая-то, вот, пусть реально надо нужна. Надо сказать клевое. Или взять газовый баллончик. Кому клевое? Кто умудрится так сделать? Вопрос еще в том был, если сразу обоих телефон взять, это странно? У обеих телефон взять, это странно или... Не очень странно. Ну, да, да. Мне кажется, это странно. Тебе же только она говорит, чем нет уникальности, не чувствует она себя уникальной. Как, почему это странно? Что, что не так? Что... Ну, хочет он у обеих взять телефон? Ну, сразу попахивает, типа, там, со всеми. Что делать с этой подругой страшной, которая вот
получается. Попахнет тем, что каждая девушка хочет быть уникальной, так как она сейчас сказала. А тут получается, тебе типа все равно, тебе там, не знаю, вот там Маша, Даша, Глаша, это значит, что завтра вы будете встречаться, она в тебя, не дай бог, влюбится в такого. Ну, продюсер, я думаю, я влюбился, да. А потом ты пойдешь Маша, Глаша, Саша, Наташа, понимаешь? Я думаю, тебе надо брать два телефона. Это не выход из этой ситуации. Как решить этот вопрос? Да, решить. У тебя нормально, ты можешь... Так они, кстати, не знают этого, чувак. Она, знаешь, как нормальная истинная леди, она говорит, решайте сами, я почему должна решать ваши вопросы, чувак? Вообще решение. Мне кажется, вас это красиво. Я вам... В смысле, мы в четвертом дне здоровы. Мы в четвертом дне, я в этом видео рассказывал к ним два варианта, сегодня еще более подробно. Это Оуэн Вилсон. Живая, да? Андрю, присаживайся. Не галдычь там, ребят. Оуэн Вилсон. Да. Да, Юр, правильно? Юр, правильно? Многие говорят. Ты Оуэн Вилсон? Да, да. Пока девчонки даже подходят, говорят. Представляешь? А у него еще как бы проблемы с ними, представляешь? Ну, проблемы у меня телефон, простите. Все, не, мы понимаем, что... Проблемы у него берут телефон, а сам он взять не может. Если не берут телефон, а он не может взять, представляешь? Туго жить человек в этой жизни. Давайте дальше, что там? Дальше, ребят, у нас времени еще, у нас еще свой разбор, и Лизу надо поддерживать не будем. Давайте еще минут 15, и Лизу надо отпускать. Какой у тебя вопрос, чувак, представься. Насколько важна инициатива близости от мужчины на первом свидании? Если вы первый раз видитесь, то есть первый раз в жизни вы виделись? Первое свидание. Но первое свидание после того, как вы познакомились или вообще? После того, как познакомились. Сам... Ну, утром взял телефон, вечером пошли на свидание. Ну, то есть, к примеру, девушка проявляет по каким-то признакам инициативу, а ты там затупил, например. К близости именно инициативу проявляет девушка? Или... Ну, она подает признаки, там, гладит волосы или... Признаки заинтересованности. Это... В чем вопрос? Это просто зеленый цвет, так, свет, типа такой, знаешь, это, мол, как типа бы, все нормально. Раз, ну, заигрываешь. Это игра. Да. Вся наша жизнь. Игра. Чё? Какой вопрос-то? Скажи, как, да, почему, вот... зачем? В вопросе есть обычно такие слова, вспоминаю. Я имею в виду, следующий шаг мужчина делает, ну, там, обнимает. А ты хочешь этой близости прямо в этот же день? Да, к примеру, если он хочет в этот день. Ну, она подает эти признаки, но он пропустил. То есть он не взял то, что хотел кому-то. В смысле, что? Еще раз, она ему располагала, чтобы он ее взял. Короче, смотри. Свидание, он не взял, да. А да, ты не взял, даст ли она на втором тебе, раз ты пропустил на первом? Там ступил, стеснялся. Хорошо, мы давай сейчас по первое свидание уберем, потом давай. На любом свидании, Лиза. Нет, подожди сейчас. А ладно, давай, ну так, скажем так, первое. Нет, давай тогда вопрос с другого начнем. Возможен ли секс на первом свидании? Да. То есть смотри, это не значит, что ты какая-то там плохая, доступная какая-то еще. Это значит, что ты просто разрешила себе проявить свою сексуальность. Или кто-то из твоих подруг, да? Правильно я понимаю? Да, да. Смотри, ну, видишь, мою пятихатку. Аванс, сейчас еще 500. Лиза сейчас скажет, что нужно. Я это говорю не про себя, в общем. Да, да. Понятно. Не, ну, ребят, это нормально. Я говорю сейчас тоже о каких-то... Вообще, в принципе, ты же общаешься с девочками, они же тебе все это рассказывают. Смотри. Если было ли такое у твоих подруг или у кого-то, что она была готова с этим человеком заняться сексом на первом свидании, потому что у нее не было долго секса, потому что очень классный парень как раз там в карту попал, потому что они только познакомились, а ему тут, допустим, ну, примерно какие-то варианты, ему уезжать, да? И она думает, блин, и так классно, и я могла бы и хотела бы, наверное, даже продолжение какого-то, а он затупил. Такое было? Да, такое часто бывает. А это дает шанс на второй свидание? Ну, конечно. А было ли такое, что она теряет интерес после этого, какой-то необъяснимый физиологический, и думает, да ну его в жопу, и странно, да, почему-то потом не хочет с ним общаться? Почему такое бывает? Это значит, у нее заинтересованность была обоснована только на сексуальном. Вот. А она не была обоснована на другом. То есть, ты понравился ей типа чисто, но не... Ну или есть, когда ты допускаешь существование каких-то инстинктов, да, которые все-таки работают, да? Он вызвал ощущение такого как бы самца, а тут ощущение самца пропало именно потому, что я ему и как бы сигналы подавала, играла, да, и все, а он, короче, где-то затупил, да? Да. Тогда вопрос, когда он начинает не тупить, а проявлять активность, зачем они говорят, убери руки, мы мало знакомы и так далее? Где логика, Лиза? У них, у женщин, в общем, у подруг. Ну, было же такое, да? А ты допускаешь, что вы иногда даже не можете объяснить, почему вы так делаете? Да, даже можем
А потому сами себе не понять даже почему. Ты хочешь быть недоступной для человека, чтобы он... Не, ну ты же хочешь человека. Но хочешь быть недоступной. Но не хочешь легко доступной. Тут конфликт разума и тела. То есть там тебе хочется, но ты хочешь показать, что ты недоступная, что ты клевая. Тебя нужно там завоевывать. Это природная какая-то штука. Можно сказать, что она лежит глубже, чем в мозгу даже где-то, да? Что я вроде мозгом все понимаю, а все равно вот так нужно, да? Можно так сказать, что она где-то глубже лежит? Недоступным для понимания уровня природы. Есть такое. А что с этим делать-то, когда тут так, тут так, на это самое? Кто должен решать весь этот вопрос? Ну, это смотря какие у тебя цели. Если ты хочешь только секса от этой девушки, то понятно. Если ты хочешь продолжительные отношения, то... То он должен долго бегать, да, за тобой? Добиваться, да, естественно. А если он на первом свидании сделает все красиво? Если бы ты на первом свидании с ним переспала, то могут дальше продолжать за отношения? Ну, это очень редко. И это у тебя всего... так, у твоих подруг так или что? Ну, да. Ну, то есть а почему? Редко, когда вы с первого там свидания... Почему? Ну, потому что это все-таки как-то не очень. Чего не очень? А если парень после этого начинает, допустим, тебе звонить на следующий день, говорит: Лидочка, мне было так классно с тобой, пойдем сегодня там, не знаю, на каток. Mm-hmm. Ну, то есть уже не как бы вокруг секса, а он начинает, вовлекать тебя но в свою если жизнь. Если так, то в принципе возможно. Вот да. Так оказывается все. Легко поменять. То есть к чему, что если он не просто, ну как... Понятно, что если вы в клубе, ну там кто-то познакомился в клубе, ну так получилось, как бы позволили себе проявить сексуальность, там как бы свои желания. Там занялись сексом, на утро разъехались, как бы, ну и парень там что-то не звонит и не пишет, и в принципе девушка тут же понимает, что ну значит вот так и надо было, ему это и нужно было, ну и в принципе я сама что, не, как-то не против была. А если чувак клевый, классный, так получился, что и секс на первом свидании, и после этого начинает реально там звонить тебе с утра, там что-то, не знаю, там... Это возможно. Там, говорит привет, там, да. Слушай, было классно, давай сегодня пойдем, там, не знаю, гулять в парк, там, ты мне очень понравился. Вот, то есть он начинает просто с тобой, ну, какое-то общение. И, конечно же, в этот вечер вы снова занимаетесь сексом, лучше, как вчера был, да? То такое возможно? И возможно, что серьезные отношения из этого выстроятся или нет? Или это прям вот принципиально, если первую ночь был секс, и даже он потом на следующее утро, и потом начинает проявляться там, появляться там, ну, там с тобой как-то общаться, все равно так же, не, у нас же секс-то был на первом свидании, каких серьезных отношений? Или все-таки возможно серьезные отношения, если он потом после этого секса на первом свидании будет вести себя вот... Ну, я думаю, все индивидуально, и это конкретный статус все-таки здесь. То есть эти отношения могут месяц продлиться, а могут и 2 года, а могут и неделя. Так это любые отношения могут. А было ли такое в твоей практике или практике твоих подруг, когда парень долго, красиво ухаживал, добивался, там она уже, ну, когда же он меня уже к себе пригласит? Он там все, нет, трепетно. В итоге через 3 месяца или через месяц у них секс, а потом, короче, буквально через день, через 2 он просто пропадает и все. Было ли такое вообще? Ну, ты слышал о таких историях или нет? Нет. А может такое быть? Ну, типа после секса? Ну, допустим, что он добивался тебя, и все это было только ради секса. Ему не понравилось. Или тебе не понравилось? Ну, кривая, сколько кривая, времени добиваться, типа 2 месяца или 3, это очень много. И потом пропадать, это как-то нелогично. Ну, то есть, как бы, но в принципе такое возможно в этом мире, как бы, не знаю. Наверное. Может, чувак просто по-другому стеснялся? Ну, лично у меня такого не было. Ну, просто в ее практике не было, и поэтому она... Да, я понял. Давайте еще, ребята, 2-3 вопроса. Так, подожди, Барян, ты еще не спрашивал. Сейчас. И Денис, я тебя тоже там вижу, все нормально. Меня Боря зовут, смотри, слушай, общался вчера в метро с девушкой. Ну, нормально так общались, хихи, ха-ха, там все гиги-гага. Гиги-гага. Что-то гиги-гага. Боря, давай из вот этих своих школьных деталей. Просто Боря учится во втором классе. Гиги-гага. Это сын полка. Она книжку читала, говорит, вот, я там парня жду, все нормально, нормально, но телефон мне дает, потом реально парень приходит, по сути. Телефон не дает или дает? Дает мне телефон, но мы с тобой только можем дружить. Вот. Только вот. Дружить? Нет. Только. Девушка. То есть, по сути, ее можно уже еще рассчитывать на нее как. А это ее парень пришел? Да. Какая странная девушка. Нет, таких бывает много. Могу ли я предположить, что, смотри,
бывает такое, что парень не всегда любимый, да, вот, ну, опять же, как и кто, а просто, ну, для здоровья, или он там за ней ухаживает, там, или что-то, или он ей уже надоел, и она просто пока еще от него не отмазывалась, и он думает, что у них все клево, а она уже, так, надо что-то делать с этим. Могу ли я там что-то? А тут подошел чувак, который объективно, вот, ну, намного лучше себя проявил, чем ее парень. И она, например, оставила телефон, ну, конечно же, значит, она же, ну, как сказать, зачем, не для дружбы же, господи. Ты же понимаешь, что... Ну, что можно, потому что она просто это так сказала. Ну, а зачем она говорит, будем дружить? Для того, чтобы она не выглядела в его глазах какой-то падшей женщине, да, которая при наличии парня еще тут раздает направо или лево телефона. То есть только для этого же она сказала, самое будем дружить. Парень потом пришел, на меня, например, глазами смотрит. И говорит, можно мне тоже с тобой дружить, Борис? И чего смотрит? Реально, это уже проверенный факт, что парень, но... Как бы, да, я спалил полицейский, я не знал, это знал. Подожди, Борь, то есть что там про парня сейчас? Парень, ну что, ну, закончил? Она говорит, так, ну, сейчас мой парень придет, но я с ним прощаюсь, уже телефон взял, все нормально, пообнимались. Пообнимались. Я ушел в другой конец станции, делал другие прыжки. И парень? И... Вижу, что-то парень не подходит. Я решил вернуться, спросить, когда ей удобно звонить. Тут подходит парень. Пришел, он что-то спрашивает, она такая, ну, там, когда-нибудь, там, вечером. При нем она, конечно, не скажет. Да и парень приходит, смотрит на меня вот таким, ну, ботаник, но агрессивный ботаник. Ну, к чему это все, Боря? Это какой-то вопрос тут будет решение. Просто вопрос то, что чисто из, там, каких-то... Затык у меня. Звонить, не звонить. Да звони. Нет, конечно, Борис, ты что, ни в коем случае. Звонить, не звонить. Она тебе понравилась, Борь? Да. Она ему понравилась. Звонить. Сейчас, погодите. Там еще. Сейчас. Денис, я помню. Сейчас. Ты, у тебя вопрос какой-то был? А, так это у тебя было. Сейчас, Олег. Вот. Я Олег. Олег очень модный тип, кстати, посмотри. Смотри, Паша, меня дочери 25 лет. Пожалуйста. А, вот сколько если... дочки лет? Дочери 25 лет. Чего ты сюда приехал? Знаешь, какие люди приходят, блин? От школьников второклассников до человека, у которого дочери 25 лет. Брату, вот такие дяденьки подходят, да? Вот, ну, естественно, ко мне все, я говорю привет, да, а мне говорят здравствуйте. Вот, ну, вопрос, во-первых, насколько это сложно будет перейти с вы на ты, да, на первом свидании, именно для девушки ко мне. На каком первом свидании? Вот, как вы ощущаете вообще себя, когда к вам дяденьки такие подходят? У тебя есть не только ты, а подруги какие-то. Когда его вода или когда это? Ну вот прям к тебе. Вот да, вот, ну то есть разница в возрасте прямо. Ну вот меня несколько раз говорили, у нас. Короче, ему балдос. Дело вкуса ведь все равно. Ты допускаешь, что есть девушки или есть ли среди твоих знакомых девушки, которые принципиально всегда все свои отношения заводили только с мужчинами сильно старше, лет там на 15, 20, 10, там сколько? Есть такие. Насколько самая большая разница? О, сейчас скажу. Сейчас, 25 ей было. Ему 26. Как Путину, то есть сейчас... Подожди, я не знаю, простите, не скипайте. Нет, допустим, 60, по-моему, с хвостиком, да, смотри. У них любовь, Лиза... Она не ведает, что творит, все нормально, ФСБ, пожалуйста. И у них ребенок. Кстати, да, 66, то есть он ее спонсировал, она там, ну, все сделала, что надо, ей добилась. Вот, а потом создалась так, и знаешь, ребенок, блин, я здесь там ничего не... Потому что, ну, короче, это публичная пара, вот. Не, мы там я... ничего не будем. Ну, вот. Не, я имею в виду, что у... она там, вот он, но... смотри, я тебе перевожу его вопрос, что он переживает, что он типа старпер, и молодые девушки не захотят с ним общаться, допустим, на 30-летний, да, который вполне шикарно выглядит. Вот, это же не так. Есть же примеры того, что девушки общаются с людьми. Почему они могут таких мужчин выбирать? Как-то? Потому что у них... Ну, что-то было такое. С папой какие-то отношения, да? Не хватило папы. Либо психотравмы какие-то, либо что-то такое. Дочь психотерапевта вам говорит. Что она выбирает именно таких мужчин. Может, она ищет себе папеньку. Или там какой-то... Папеньку в смысле, что она в мужчине, помимо мужчины, хочет еще как бы, чтобы он закрыл ее какие-то психологические потребности в заботе, как отец, понимаешь?
потому что там с ее отцом, и на самом деле очень много дисфункциональных семей, Олег. Не все живут в идеальной семье, где голуби несут ленточку о любви. Все, бывает, все, что все, мужчина, папа ушел, там, папа там бухал, еще что-то. Ей, например, его не хватило, и она бессознательно в каждом мужчине будет искать папу, понимаешь? На первом свидании, что и это не значит, что вам нельзя с ней заниматься сексом, и что она тебе... Просто она еще и как бы будет хотеть, чтобы ты как папа себя привел. В той иной степени, как папа. Не называл ее дочерью. Дочь, я хочу. Дочь, я хочу глубокий горловой имени дочь. Как-то по-другому. Потом попали лопаты. А этот вопрос тебе ясен? Ну-ка. Да. Как сестру прошу. Это не трусы. Ладно. По поводу ты и вы, да? Ну, то есть, ну, я так понимаю, что если к тебе подходит там начальник, да, и говорит, ты. И заставляет, давай ты меня тоже на ты называй. Вот насколько тяжело перейти на ты, и насколько нужно настаивать, чтобы ты там перешла на том же самом свидании на ты, может, ну его, да? То есть у меня была девушка, которая после уже там трех раз еще на вы меня называла. Согласись, что это проблема в этой девушке, Лиз, да, или нет? Да, потому что очень легко перейти на ты. Просто надо сказать, давай. Проблема не в тебе, а в каком свидании. Ты понимаешь, что нормально, если она там будет